Елімізді девам етеміз. Беллі қырым татар ерджісі «Новая волна» халқара ярышының ғалибы Сусана Джамаладинова. Джамала кеченлері Украинада Евровидение 2011 сечімінден яры финалға кечті. Белі олған екебі Джамала өз яңы «Смайл» адлы еріні тағзым етіп, оны Алманияда өткерілежек Евровидение ярышында ижра етежек. Тафсилятлыжы Ильмас Сейтаджиева біле. Евровидение конкурсының шартлары бойынша небетекі сечім туры 2011 сенесі февраль айында олып кечечек. Оның нетижелері сейіржілерінің месажларындан бағлы олады. Джамаланың білдіргеніне көре, бұ ярышта дайыма самими, ачық юреклеве өзгін санатчылар ғалип чықалар. Джамала дайыма ғалибені әмбе етмеге алышқаны үчін о бүгін өз күчінде әмін. Я достойна победы, потому что я этого очень хочу. Джамаланың джаз жанрында ижрасы бүтін дүняны запт етті. Оның айын клесесіні бенлерде ержылар арасындан айрымақ мүмкін. Музыка Джамала үчін оның аят манасыдыр. Могу сказать только одно для тех, кто здесь был и для тех, кто здесь будет, что Джамала является ярким примером того, как можно использовать свое тело, свой голос для того, чтобы выразить то, что тебя волнует. Кадет Мелеки кастингның бірінжі күнінден башлап, Джамаланың профессионалігіні козыгілеріне алып, дегер іштіракчеве жүри азалары оны Евровидение ярышының кыралечесі деп адландырдылар. Коротко то, что используешь в песне два имена, Мухаммед и Матею, это ты попала в точку в самое сердце Европы. Джамаланың озгенлігіве үстін чықылмас усталығы әрбірімізде ғұрур доғыра. Я люблю петь, вот что я хочу сказать, всем и вся. Я люблю петь, и делаю это исключительно, потому что вот это еще одна возможность почувствовать еще одну сцену, еще раз спеть свою песню. Пусть она понравится 100 людям в зале, для меня этого достаточно. Джамаланың әң бұйы қарзысы Music Awards мүкефатына найыл олмақтыр. Ама ондан әвел, бұзым елдізімі Сусана Джамаладиноваға Евровидение ярышында ғалебе қызынмаға тілейміз. Бүкінлері Сусана өз ерларыны Мейдан радиосының редакциясына еллады. Тезден оның ижрасындаки халқ ерларымыз діңлейджілерінің диққатына нумайыш етілежек. Эльмас Сейтаджиева, Заман. Шыны қайд етмек кереке бір қач күн әвелісі антисмит программасы чәрчевесінде Америка Құшма Штатларының сабық президенті Билл Клинтон Джамаланен танышылып, оның дискіні хатыра оларақ янына алды.